к нам идет по земле, по снегам, как по чистым страницам, он в столице и в дальнем селе, в каждый дом и окно постучится. Добрый день, дорогие друзья. Приятного вам аппетита. Надеюсь, что мы его вам не испортим, несмотря на то, что вам сегодня предстоят выборы. Нет, вы только не пугайтесь. Это выбор между хорошим и очень хорошим. Дело в том, что в сегодняшнюю новогоднюю ночь, по крайней мере, на 5 телевизионных каналах будут идти музыкальные развлекательные шоу. И я представляю, как у наших желчных критиков уже сладострастно чешутся перья. И я их вполне понимаю. Дело в том, что и Первый канал УРТ, и Четвертый РТВ в основу своих каналов положили знакомые нам с детства песни советских композиторов, но в неожиданном их исполнении. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. На нем погоны золотые и яркий орден на груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? Владимир, это получилось просто великолепно. Ну, я, естественно, своих имею в виду, ОРТ. И тонко, и смешно, и немножко грустно. Ну, в общем, со вкусом. У других тоже получилось. По-другому. Милый мой хороший, догадайся сам. Милый мой хороший, догадайся сам. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень. Но в любом случае это забавно, я так это не смотрел. Хотя здесь не должно быть действительно. Мало того, что во всех программах существуют одни и те же артисты, но самое главное, что иногда даже и песни совпадают, которые были рассчитаны на то, чтобы поразить наше с вами воображение неожиданным к ним обращением. Представляете, как обидно создателям. А нам с вами любопытно. Ведь интересно же, у кого это лучше получилось? Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Я назову тебя солнышком, только везде успевай. Только я все решу. Какой сегодня все-таки замечательный день. Уже с самого утра все начинают поздравлять друг друга с наступающим Новым годом. Родные, близкие, знакомые. Но ведь и мы вам тоже не чужие. Поэтому и мне очень хочется, чтобы на протяжении всей нашей передачи для вас сегодня звучали новогодние поздравления от тех, кого вы хорошо знаете и, надеюсь, так же, как и я, любите. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у каждого получится все, что он задумал. Если не все, так многое. Пусть душа ваша не будет ленивой, и тогда можно рискнуть и осуществить какие-то перемены в своей жизни. С наступающим! С наступающим 96-м. Это будет високосное, но я надеюсь, что в 95-м мы уже пережили столько трудностей, что на 96-й их практически не осталось. Давайте мы будем достаточно уверенными в себе, чтобы не пытаться уничтожать кого-то еще. Вот это главное пожелание. С 96-м! С Новым годом, дорогие друзья! Я хотел бы пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровье зависит от многих обстоятельств, от того, что нас окружает. Здоровья и интересных путешествий, несмотря ни на что. Не только в Европу. С Новым годом! С Новым годом! Не только в Европу. Не так уж много на нашем телевидении мастеров, о которых можно сказать, простите за штамп, что они вписали свою страницу в историю отечественного телевидения, телевидения как искусства. Герой сегодняшней рубрики «Портрет», по крайней мере, 20 лет тому назад совершил открытие и, может быть, даже в определенном смысле переворот. И стал классиком в своем жанре и в своей профессии.
Зеро, господа. Ставки сделаны. Благодарю вас. Начинаем игру. Этот человек может всего. Если он чего-то не может, значит, это просто еще не придумано. Я думаю, что в личной жизни этот человек очень тяжелый. Но это судьба большого художника. Быть неудобным для окружающих, для близких. Он великий режиссер и Карабас-Барабас. Не знаю, как на самом деле видно. Ставки делаем. Все наоборот. Нет. Отучили уже. Я просто настолько... Я думаю, ставок теперь не будет долго. Мистический. Вообще трудно играть первыми. Я понимаю. Надо просчитать. От погоды, от собеседника, от, я не знаю, от каких-то предметов. Ихтиолог. Целиком зависит мое настроение и мои поступки. Я учился, по-моему, 16 лет на художника, на живопись. Вот тот момент, когда ты с природой общаешься и спокойно как бы с ней разговариваешь во время этюдов или пейзажей, он незаменим в жизни. И я очень жалею, что как бы перешел на людей. Нет, игра для меня просто живое существо. Абсолютно. Я с ней общаюсь, и мы ссоримся, я на нее обижаюсь, но она абсолютно точная. Это вот момент истины. Игра, она все понимает. В отличие от человека, игра никогда не продает. Я подумал о Данте, об этих кругах ада. В первом круге, по-моему, были, да. Ну ты там бери прямо сейчас. Вот она, грудь. С вас колючится. А в третьем круге были чего угодно. Можно их дойти, можно их дойти. Себя. Нет, это Илюшка когда телезрители против бессмертных знатоков. Игра на 6 очков, счет 0-0, первый раунд. Пытается режиссировать во время спектакля. Вот и все. У меня нет никаких амбиций ведущего. Совершенно. Господа, в играх бессмертных впервые разрешено. Впервые в истории телевидения разрешено играть на свои собственные деньги. Я понимаю, почему они меня смотрят. Я занимаюсь своими делами. И в то же время еще кому-то это интересно. Для меня телевидение – это как бы люди с чемоданами, носильщики. Вот один несет запыхавшийся чемодан, и на нем написано «кино». То есть он перетаскивает кино на телевидение. Другой театр тащит на телевидение, третий цирк на телевидение. На самом деле телевидение, конечно, будущего, на мой взгляд, это совершенно другое. Другая музыка, другое искусство. Вообще много проблем. Чуть-чуть повнимательнее. Единственное, я говорю, решаю с самого начала. Она стояла у истоков, вот, скажем, всех моих работ. И это единственный человек, который понимает суть того, что я делаю. Отдохнули? Да. Собрались? Да. Я не буду разговаривать с вами, давайте отдохнем. Начинается программа, она появляет... Чуть-чуть повнимательнее. Единственное, я говорю, если есть ставки, я их возьму. Нет, ставок нет. Вот здесь происходит феномен. Поэтому вот мы, скажем, режиссеры, работаем... Не с пленкой, мы работаем не со звуком, и не с картинкой, ничего. Мы работаем в мозгу у зрителя, да? Выщипываем его ассоциации разные, да? 1 000 000 черных. Против бессмертных играет пенсионер Александр Сосенко, вот здесь город Москва. Господа, продемонстрируйте нам,
что даже в самый радостный, самый счастливый день вашей жизни все равно нет полного счастья. Раньше я думал, что это возможно, что вот-вот-вот. Поскольку еще в 4 веке до нашей эры войска царя Навуходоносора разрушили знаменитый Иерусалимский храм. И он до сих пор, между прочим, не восстановлен. Это видимость такая. Я думал, что они что вы должны сделать? Законам. На самом деле, я как марионетка. Рок через управляет мной. Вот следующий. Я сажусь на один час. Я совершенно не знаю, что там какой-то в память о разрушенном Иерусалимском храме что-то... Если бы не было прямого эфира, я бы давно уже ушел. Они что-то одно блюдо на стол не ставят. Место. Или что-то вот такое делают. Вспомните. Соль, прямой эфир, соль, хлеб, соль. Нет? Вот этот час, нет. Он одновременно или от пирога является. И сейчас. Надо вспомнить, это 100%! Хотя в этой Иерусалимскому храму. И сейчас все зависит от того, кто будет отвечать. Кому вы даете ответ? Я сам отвечу. Мы считаем, что это... Может быть, вы продемонстрируете то, что вы считаете? Идет старый вариант. Да. Сиднев поет. Старый вариант! У нас никогда еще Сиднев не пел в этом домике. Хорошо, новый вариант. А я говорю про старый. Старый вариант идет по радио. Вот берешь лист бумаги, да? Сосенка. Если видишь, что... Сейчас ответим. Точку. Видишь ли? Обведи ее. Если ничего не видишь, не порь бумагу. Наш телескоп имеет неплохой рейтинг, но это вовсе не потому, что мы, телескопщики, такие замечательные. Да нет, это просто у вас хороший вкус, и поэтому вы смотрите нашу передачу. А если серьезно, то я думаю, что все, что связано с миром телевидения, всегда вызывало и будет вызывать интерес. А уж тем более за экранную жизнь телезвезд. То есть кто с кем, кто на ком, женат я имею в виду. И вы знаете, в этом интересе нет ничего постыдного, потому что знакомство с женой или с мужем той или иной звезды ведь тоже по-своему характеризует эту самую звезду. Но о мужьях и женах потом, сегодня и о детях. Говорят, что дети — это отражение родителей. Так вот, уважаемые телезрители, для вас это конкурс. Чьи это дети, которых мы вам сейчас покажем? Кто их родители? Какие телевизионные передачи они ведут? И тот, кто правильно даст ответ, то есть кто правильно назовет всех этих телевизионных ведущих, тот получит от нашей программы «Телескоп» скромный, но очень симпатичный новогодний подарок. А для того, чтобы вам было легче, эти дети вам подскажут. Итак, слово нашим звездочкам. Победителем будет тот, кто вычислит каждого ребенка и позвонит нам до конца передачи. Не забудьте, каждого ребенка. Мой папа работает на телевидении. У него такие волосы, как у меня, только чуть-чуть светлее. Он любит музыку точно так же, как и я. А что мне дальше говорить? Что мне дальше говорить? Как его зовут? Папа этой девочки. А этого молодого человека зовут Саша. Сейчас он вас поприветствует. Привет. В переводе это означает «привет». То есть дикцию он перенял от папы. Как и черты лица, и любовь к кинематографу. Те, кто догадались, чей это сын, могут участвовать дальше в нашей викторине. Звоните нам. Мой папа высокий, худой. Он участвует в гонках и летает на параплане, но не умеет забивать гвозди. Когда я встаю, он еще спит. А когда он приходит с работы, я уже сплю. Поэтому он со мной не гуляет, а гуляет с собакой. А еще он носит очки. Угадайте, как зовут моего папу и как зовут меня? Это был самый легкий вопрос. Привет. Я не очень понял условия игры, но если это загадка, то я скажу так. Мой папа ведет две передачи. В одной из них он рассказывает вам о том, что вы никогда не видели. А другой рассказывает о том, что вы всегда видите, не уходя из квартиры, сидя на диване. Мы очень похожи, хотя папа в этом очень сомневается. Но мы не только очень похожи, но у нас одинаковые имена. Догадайтесь, как меня зовут? А вот сейчас будет самый трудный вопрос. Он потому что пускает когти такие вот. Он потому что играет в тигра. Итак, папа похож на тигра и выпускает длинные когти. А еще он ведет одну из самых популярных передач, и вы с ним встречаетесь каждую неделю.
Кстати, дочь очень похожа на папу. Догадались? Нет? Ну тогда еще одна подсказка. Как выяснилось из интервью, он еще очень похож. Нашла она. Теперь понятно? Мой папа любит строгать и пилить. Он нам с сестрой сделал своими руками кровать. Он любит фотографировать нас. Еще он больше всего любит чинить машины и лопать яичницу. Догадайтесь, кто мой папа. С нетерпением ждем ваших ответов. А победителем будет тот, напоминаю вам, кто вычислит каждого ребенка и позвонит нам до конца передачи. Не забудьте, каждого ребенка. Помните, как говорил известный персонаж Аркадий Исаакович, ну такой шепелявый, критиковать это каждый может. Так вот, особенно приятно критиковать тех, кто пришел на твое место. Сегодня в рубрике «Сам дурак» в роли критика бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Петрович Кравченко. В роли ответчика, то бишь оппонента, нынешний генеральный продюсер ОРТ Константин Львович Эрнст. Признаться горьким мне сегодня критиковать наше телевидение и критиковать, например, информационные выпуски его на Первом канале, которые по динамике, яркости освещения событий заметно уступают информационным программам на других каналах. Неприятно, может быть, мне критиковать и информационные общественно-политические программы, которые раньше мы называли прямыми передачами в эфире, когда на вопросы, острые вопросы телезрителей отвечали министры, крупные государственные деятели. Где телемосты, где в прямом эфире поэтические вечера? На телевидении создан золотой фонд, в который вошли многие телефильмы, музыкальные постановки, телеспектакли, но их тоже почему-то не показывают. Телевидение требует постоянного обновления, открытия новых форм. И жаль, что за последние годы мало что яркого нового появилось. Мало и талантливых ведущих, комментаторов. Все их мы узнали в прошлом, лет 8-10 назад. Как-то Михаил Васильевич Ломоносов сказал, нетрудно критиковать других, гораздо сложнее делать самому нечто значительное. Но тем не менее я принимаю вызов Леонида Петровича и готов его кратко прокомментировать. Что касается нашего информационного вещания, то оно еще далеко от совершенства. Но мы работаем над ним каждый день, и во всяком случае это уже не голос большого брата. Иностранщина в кино и музыке – знакомый упрек, но после крушения коммунистической империи оказалось, что мир гораздо шире, чем это представляло КПСС. А новые программы, которые не появились последние 6-10 лет, но самый старый из молодой генерации программ «Поле чудес» всего лишь 5. А за «Полем чудес», если вы напряжете свою память и вспомните, пришло очень много новых программ. Не могу не согласиться с упреком в том, что мы недостаточно эффективно используем золотой фонд отечественной классики. Вряд ли кто-то может поспорить с Леонидом Петровичем в способности вдохнуть новую жизнь в великое произведение Петра Ильича Чайковского. А если все изменится, и назначенный, ну, скажем, я не знаю, там, Зюгановым Леонид Петрович Кравченко снова станет председателем Гостелерадио СССР, а Костя, ну, это бывший, который Константин Львович, ну, тот-то понятно, он может вернуться к своему Матадору, а вот мы, телескопщики, нет. Поэтому я считаю, что Леонид Петрович прав во многом. Завтра, когда мы все будем умнее. А сегодня у нас праздник, Новый год называется. И мы хотим вам рассказать, что же в этом новом году приготовило для вас ОРТ. Ну, пока оно еще существует. Завтра, 1 января, днем, мы приглашаем вас на семейный приключенческий фильм «Освободите Вилли». Очень красивая картина о дружбе мальчика и кита. Картина имела колоссальный успех и принесла создателям доход в 150 миллионов долларов. В роли кита Вилли снималась касатка Катя. А на роль мальчика Джесси пробовалось 4000 мальчишек, а сыграл вот этот герой. Завтра днем семейный приключенческий фильм «Освободите Вилли». А вечером вас ждет особенный новогодний выпуск «Угадайки». Слово режиссеру программы очаровательной Алле Плоткиной.
Новый год всегда окрашен чувством, что невозможное возможно, поэтому некоторые чудеса мы решили продемонстрировать в новогодней программе «Угадай мелодию». В новогодней программе оживут музыкальные категории, у Валдиса появится маленький, но очень обаятельный помощник, и самим Валдисом будут происходить всяческие чудеса. Начните Новый год вместе с нами. И режиссер-то у них очень красивый, и передача нарядная, в общем, праздничная. Не забудьте, завтра вечером. 10 лет назад фильм «Зимние вишни» стал самым популярным и самым любимым фильмом у женщин нашей страны. Это ведь затем пришли Джейн Эйр, рабыня Изаура и просто Мария, а сначала была Елена Сафонова. И вот 10 лет спустя на телеэкране 8-серийный телевизионный фильм с участием Елены Сафоновой, Виталия Соломина и других популярных артистов. «Зимняя вишня» через неделю, сразу после Рождества, на Первом канале. А теперь продолжим новогодние поздравления наших гостей, моих именитых коллег. Что пожелать вам? Что пожелать вам к Новому году? К новому 1996 году. Первых всего 4 года осталось, и мы с вами вступим в 2000-летие. Обязательно вступим. Но в этом году я хочу пожелать вам. Пусть за новогодним столом, как и раньше, в добром здравии соберется вся семья. Папы и мамы, бабушки, дедушки, дети, внуки. Да бог мой, пусть придут друзья, но тоже в добром здравии, чтобы ничто не омрачало этот милый и теплый, с детством подаренный нам Новый год. Вам повезет обязательно. Обязательно. Есть такая старая примета. И вам повезет. Вы сейчас стоите между двумя ленями. Загадывайте желание. Оно обязательно исполнится под новогодней елкой. Да только уже желание загадал. И чтобы вы всегда были хозяями своей судьбы. То есть, конечно, от судьбы не убежишь, но чтобы уж в частной жизни все зависело от нас самих, а не от внешних обстоятельств, особенно политических. Неважно, кто придет к власти или уйдет от нее. Главное, чтобы мы с вами оставались хозяевами положения. И еще это как-то несправедливо. Вот мы вам все говорим, а вы нас только слушаете. На самом деле вы нужны нам гораздо больше, чем мы вам. За вас. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом! Вы как относитесь к конкурентам? Да? Нет, я совсем по-другому. Двояко. Вот, скажем, после того, как я придумал непутевые заметки, ну, как жанр, как стиль, появилось очень много эпигонов. И, признаюсь вам, меня это дико раздражает. А когда же я вижу, что кто-то в этом жанре, в этом стиле делает лучше, чем я, вот, честное слово, я искренне радуюсь и говорю, вот какие молодцы, смотри-ка, а я бы так не снял, я бы так не придумал. Что же касается телескопа, то, не буду кривить душой, тут нам нет равных. Потому что вообще никаких нету конкурентов. Ну, разве что один. Да и тот раз в неделю на 6-м канале. Татьяна Вазарева, мать-одиночка. Павел Кабанов, герой. Василий Антонов, автор. Эдгар Леонтьев, гример. Андрей Бочаров, ну, видимо, режиссер пока. Феденька Гапоненко, ну, тоже актер. Александр Толпенко, атлет. А я просто такой. Сергей Тимоха. Сергей Белгановцев, руководитель программы. Дмитрий Мишин, оператор, самый серьезный из всей этой тусовки. Ватники штепсель. Жмите кнопку. Располагайтесь у кинескопа. Сидите смирно, смотрите прямо. Еженедельная юмористическая телевизионная передача «Раз в неделю» вышла в эфир на канале ТВ-6 Москва 16 марта 1995 года. Производят передачу «Видео Интернешнл» совместно с телекомпанией ТВ «Новости». Передача рассчитана на лиц с любым неоконченным образованием, поужинавших и сидящих на диване перед телевизором. Главная же трудность, по мнению создателей теледразнилок, это недостаточное количество ярких передач и персоналей на нашем телевидении. Ну что ж, уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Телескоп». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, а что требуется от программы или ее ведущего, чтобы попасть к вам в передачу раз в неделю? Может быть, телевизионный ведущий дает вам деньги, чтобы вы сделали на них пародию? Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Вы знаете, нам понравилось ваше предложение. Давайте прямо с вашей программы и начнем. Ну, я не в смысле пародии, а в смысле денег. Скажите, а кто ваши недоброжелатели? Вы их знаете? Недоброжелатели? Ну, есть такие. Ну, самое главное, кто ваши недоброжелатели? Ну, да я не знаю главного их. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы составить портрет идеального ведущего? Могли бы. Идеальный телеведущий должен быть таким
красивым, обаятельным, типа вас или типа меня. Такой лысеющий очкарик. Он должен быть таким здоровяком, таким оптимистом, таким, вот я считаю так. Ты так считаешь? Да. А я считаю, что это должна быть женщина прежде всего. Добрый вечер. В эфире «Итоги», в студии я. Здравствуйте, Яра. Да, я только жест придумал судно интеллигентный, смотрите. Привет, в студии я, Николай Самофракийский. Кого я к вам сегодня приволок? Давай, включай Дворники, монитора. Сплюшка. Не отгонишь, кто там? Монитор отключай. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире популярное, острейшее политическое ток-шоу нашего телевидения «Лицом к лицу». Через минуту мы можем начинать. Итак, пожалуйста, кто начнет? Жирный. Я. Кто жирный? Да политика это их не партия, это силовые министры. К чему они привели нашу страну? К чему? К разрухе экономики, раз. К обнищанию масс. Они продали все. А ты за провод? Кто провод за провод? Да ты возьми, вообще держи. Россия, наша Россия, она была величайшей державой. Мы хлеб продавали в Европу. А сейчас что? Вот эти вот демократички, они продали Моссаду. Все, понимаете, Моссаду и СРУ этому. Силовыми министрами своими. Разогнать их к чертовой матери. Мария. Панадол. Счастливо в попе слива. Скажите, а чем вы занимаетесь, кроме телевидения? Я, в общем-то, директор дирекции программ Донецкого независимого радио, FM-стерео, радио «Да». Вне телевидения я воспитываю сына. У меня недавно сын родился. Неожиданно. Неожиданно. Когда лежит он вот такой. Толщина. Ему еще 5 месяцев всего, он совсем маленький. Мы, когда не занимаемся телевидением, мы иногда, это бывает очень редко, поэтому это очень ценно, мы даем концерты. Хорошо, коллеги, ваши новогодние пожелания телезрителям. Я из образа, можно? Виара кавказского долголетия. Украинского здоровья. Сибирских пельменей. О. Американских джинсов чисто. Ну тогда шведских столов. Тогда швейцарского счета в швейцарском банке. Да, японских городовых. Советского шампанского. Еврейского счастья. Хорошая мысль, кстати. Спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Надеюсь, что вы скоро уйдете. Вы смотрите программу «Телескоп». Заканчивая прошлый выпуск, я обещал вам, что в сегодняшней передаче будет много жареных фактов, скандалов и эротики. Так вот, несколько слов об эротике. Все. Ну, я ведь сказал несколько слов. Так что, да. А все остальное это в рубрике «Светская хроника». Проникнуть за эти стены для некоторых зрителей так же притягательно, как и за кулисы театра. Однако первое отличие театра от телевидения заключается в том, что театр начинается, как известно, с вешалки, а наше телевидение начинается с шампанского. Вообще-то гостелерадио СССР прекратило свое существование еще 4 года назад. Но кто-то из телечиновников признал этот факт только сейчас, когда после выборов пору и обратно переименовывать. В нашей первопрестольной много примеров, когда помещение со временем обретает противоположные функциональные назначения. Самый наглядный пример – это в бывшем публичном доме, ну, до Октябрьской революции, теперь театр Анатолия Васильева. Останкино в этом хит-параде на втором месте. В здании, где располагался общественный туалет, открылся ресторан и ночной клуб «Твин Пикс». Меню столь же изысканно. Например, «Первая мировая» или блюдо под названием «Каторга» или «Крючи инквизитора», ну и другие. В основном здесь обитают телевизионщики, известные любители всего изысканного. Приятного аппетита! Вот у меня в свое время был кабинет, переделанный из женского туалета. Нормально работает. Дамы туда забегали по привычке. Ну и правильно, хорошие привычки не надо менять. Ну а сейчас вернемся к нашим новогодним поздравлениям. Вы знаете, хочется, наверное, пожелать всем больше надежды. Потому что пока у человека есть надежда, он силен этим. Он силен, он крепко стоит на ногах и может делать, творить добро. Так что с Новым годом и больше вам надежды.
Вообще надо, конечно, что-то покрепче. Вообще крепче любить, крепче дружить, крепче стоять на ногах, ну и покрепче. С Новым годом. Не в той тональности. Тогда. Не делайте волны. Все наши постоянные зрители, а их у нас три. Это Зинаида Петровна, Рауф Шакирович и Борис Соломонович. Здрасте. Они прекрасно знают, что в рубрике «Высший пилотаж» мы рассказываем об основных журналистских профессиях на телевидении. В прошлых выпусках, например, мы пытались раскрыть суть работы репортера, комментатора. Сегодня – обозревателя. Кстати, обозреватель занимает высшую ступень на иерархической журналистской лестнице у нас на телевидении. Итак, Андрей Антонов со своей рубрикой «Высший пилотаж». Эта телевизионная профессия требует от человека не только ума, такта, личного обаяния и феноменального чувства меры, но в равной степени и энциклопедических знаний. Ведь телеобозреватели, а речь сегодня пойдет именно о них, не только сами ведут свои программы, но и, как правило, являются их авторами. Кстати, большинство из них не журналисты. Совсем недавно выяснилась одна скандальная подробность. Долгое время одну из наших очень популярных программ вел рыцарь Мальтийского ордена, у которого был чин офицера королевской династии Марокко и звание офицера советской армии. Возможно, кто-то из вас его знает. Это Юрий Сенкевич, автор и ведущий клуба путешественников. Да. Добрый вечер, с наступающим вас Новым годом. Вот уже 35 лет клуб путешественников остается одним из немногих островков стабильности на Первом канале телевидения. И 22 года из них Юрий Сенкевич работает главным в России обозревателем по планете Земля. К слову сказать, население нашей страны знает мир в основном по его рассказам. В конце 60-х Россия путешествовала с Туром Хейердалом и Юрием Сенкевичем на лодке Ра-1. В начале 70-х на Тигре Сейра-2. Его также видели замерзающим на зимовках в Заполярье и убегающим от слона в жаркой Африке. Но свой главный подвиг Юрий Сенкевич совершил, конечно, в экспедиции на лодке Ра-2. Когда однажды, спасая от голодной смерти экипаж и лично Тура Хейердала, он выложил для команды 50 килограмм ржаных сухарей, которые мы выдали в Советском министерстве обороны. За этот подвиг ему еще был присвоен чин офицера марокканской династии алуитов. К слову, телеобозревателей класса Юрия Сенкевича на нашем телевидении не так уж много. Независимо от того, работают ли они в области политики, естествознания или истории, этих людей, как правило, знают все. Лев Николаевич, как бы вы охарактеризовали состояние, в котором находятся сегодня просветительские программы? Как ущербные. О Льве Николаеве, как о телеобозревателе, всерьез заговорили в 1989 году, когда на экраны вышло обозрение «Под знаком Пи». Однако его появление в этой передаче было совсем не случайным. Почти 15 лет до этого Лев Николаев работал за кадром в программе «Очевидное невероятное». Пока однажды... Вы часто слышали голос этого человека за кадром. Но мне кажется, что ему давно появиться надо здесь, рядом со мной. Так что, Лева, давайте дальше говорить с вами вместе. Так же, как мы на протяжении всех этих лет вместе с вами работали. Мы работали с вами 20 лет. Сегодня мы отмечаем этот день. И сегодня, наверное, мы всегда начинали передачу с того, что говорили «Добрый день, здравствуйте». А сегодня нашелся день, когда нам надо говорить «Прощайте». Название программы обуславливало ее хронометраж. Так же, как математическое число Пи, она равнялась 3 часам и 14 минутам. Тогда критики называли ее настоящим праздником идей и фестивалем мыслей. Сегодня программа Льва Николаева – это передача длительностью 30 минут. У нее серьезные финансовые затруднения и самое неудобное место в сетке вещания – воскресенье днем. Сегодняшний менталитет – это менталитет иждивенцев, живущих за счет подачек. Мне хочется призвать всех одуматься. Как ни прекрасно веселье, как ни прекрасно постоянное развлечение, но невозможно не думать о будущем, невозможно не готовить себя к этому будущему. Иначе пройдет время, и мы окажемся... Тут даже не в национальной гордости, не в национальном престиже, а просто по-человечески. Нельзя опоздать, нельзя отказаться
от участи быть хозяевами положения. Не по деньгам, хозяевам по мысли, по предвидению, по реализации будущего. Просветительские программы, я думаю, что за ними во многом будущее телевидения, потому что во всех спокойных, нормальных странах политика, в общем-то, ну, она интересна, естественно, но она, между прочим, а в основном люди смотрят то, что им интересно по жизни. Николай Сванидзе пришел на телевидение из Института США и Канады, где за мизерный оклад он работал до 1989 года. В 90-м, в основном из-за денежных затруднений, он перешел на российское телевидение, где из историка он и переквалифицировался в политического обозревателя, что в нашей стране в сущности одно и то же. И именно он в 95-м году перед выборами напомнил этой стране о том, что творилось в магазинах всего 4 года назад, в 91-м. Иногда телевидение называют четвертой или даже пятой властью. Скажите, вам не кажется, что роль телевидения, особенно ее политическую часть, часто сильно преувеличивают? Согласен с вами. Я думаю, что пик важности и такой массовой популярности, влияние главное, телевидение, это был где-то 90-91 годы. И с тех пор телевидение стало слабеть не само по себе, а вот именно в плане влияния на народ. Сейчас, когда мы говорим о том, что вот популярные телеведущие, они так могут воздействовать на аудиторию, могут, но до известных границ. У каждого из нас есть своя аудитория, которая нас любит, которая нас смотрит, с которой у нас прекрасный контакт. Ситуация на российском канале несколько иная, там более... здравое отношение к просветительским программам. Дмитрия Захарова на телевидении называют подпольным генератором. Сегодня в эфире 7 программ, которые он продюсирует. Еще его называют интеллектуалом-мизантропом, мрачным всезнайкой и даже разочарованным странником. Несмотря на традиционно невысокий рейтинг, его программы имеют своего зрителя, а его изречения быстро становятся афоризмами. Одно из последних – все психопаты стереотипны, а они в истории преобладают. Кстати, писем от психопатов в программах Захарову не приходит, что свидетельствует об их здоровом начале. Сейчас, как это ни прискорбно, время разбрасывать камни. Если Европа собирает камни, то мы их сейчас усиленно разбрасываем. Это будет продолжаться до тех пор, пока вот определенный порог нищеты не будет перейден, не наступит маломальская стабилизация и благоденствие. В этом году, пожалуй, все. Год следующий, рубрика «Высший пилотаж» начнется рассказа о самом, на мой взгляд, загадочном ремесле на телевидении – профессии телевизионного модератора. И это имеет прямое отношение к прошедшим у нас в стране выборам. Так что увидимся в следующем году. С наступающим! Интересно, вот сколько из миллионов-миллионов новогодних пожеланий сбудется? Я не хочу, чтобы вы верили в чудо. Я не хочу, чтобы этот год был хуже, чем предыдущий. Я не хочу, чтобы вы забыли про улыбки. Я хочу, чтобы вы поняли, что чудо в вас самих. Я хочу, чтобы вы относились к людям так, как ждете, чтобы они относились к вам. И я абсолютно уверен, что это будет очень удачный год. Я вас поздравляю. А я приношу удачу, честное слово, с новым 1996 годом. I love you, yes I do. В таком случае мы предлагаем вам рубрику «Телебайки». А вот еще какая история со мной произошла. Однажды я пришла в студию перед объявлением, но я сижу, готовлю текст, читаю его перед тем, как выйти в эфир. И текст такой был, передача называлась «Если тебе комсомолец имя». Ну, я читаю текст, говорю, если тебе комсомолец имя, у тебя должны быть рога и вымя. Такой детский стишок. Оператор похихикал и ушел за камеру. Тут дали звонки, и я серьезно совершенно начала объявление читать, говорить.
«Есть ли тебе, комсомолец, имя?» Посмотрите передачу. Да, я говорю, посмотрите передачу «Есть ли тебе, комсомолец, имя?» Абсолютно серьезно. В это время оператор, думая, что это все, выходит из-за камеры в эфире. Выходит из-за камеры и начинает мне показывать рога, вымя. А у меня еще полстраницы текста, там читать всех первых секретарей каких-то надо, кто принимает участие в этой передаче. Я не могу, меня смех разбирает, я себе начинаю кусать щеки. В это время он увидит, что у меня еще продолжение идет, объявление. Он встал по стойке смирно, вытаращил глаза и на меня смотрит, и вот так мне делает, мол, ничего, ничего, ничего. А мне еще смешнее, когда закончилось объявление, и меня убрали уже из эфира, я сказала, я тебя сейчас убью, потому что у меня все щеки были искусаны до крови. Это была Таня Судец, Степашкина мама. А сейчас Хрюшин папа, Владимир Ухин. Виктор Иванович Балашов очень любил читать сводку погоды. Делал он это очень с отношением. Если теплая погода, он на улыбке читал, если плохая, у него на лице была переменная облачность. Но погода у нас писалась буквами 19-20 градусов тепла, мороза. Потом пришли на цифровую погоду впервые. Значит, 10-12, 14-16. И вот первую погоду читал Виктор Иванович Балашов. И о погоде. Сегодня в Москве было плюс 12 градусов тепла. Значит, хорошее. Завтра в Москве ожидается облачная погода, дожди, температура воздуха плюс 12, минус 14 градусов. Ну, перепутал немножко, он тире принял за минус. Дальше он сделал в кадре, увидел так, ненормальная какая-то погода, и представление у него идет, Ноны Бодровой и себя. Как он представил? Говорит, с информационной программой вас познакомили дикторы Нона Бодрова и я. Вы смотрите программу «Телескоп». А теперь итоги нашего конкурса. Чей это ребенок? Какого телевизионного ведущего? Так что пришло время открыть наши карты. Вернее, карточки. Ну что ж, дорогие телезрители, уважаемые друзья, наступает Новый год. И я поздравляю вас с этим замечательным, самым светлым, самым теплым праздником, который мы всегда ждем целый год. Он уходит, мы его ждем в течение года, и вот он опять приходит. С Новым годом вас! И дай Бог нам всем, прежде всего, мира и радости. Желаем вам счастливого Нового года! Итак, после такого представления, наверное, было безумно трудно догадаться, кто же тот блондин, который любит музыку. Знакомьтесь, Настя Демидова, ну и я, роевой обоза Иван Демидов. Мы хотели бы вам пожелать в новом году, чтобы с вами всегда был наш самый любимый девиз. Девиз нашей семьи и девиз музыкального обоза. С песней по жизни. И с Новым годом вас. Да, Настя? Да. В этот год, как правило, вернее, в новогодний вечер, как правило, мы загадываем какие-то желания и говорим себе, чтобы все это сбылось, чтобы все это получилось у меня и у моих близких людей. И поэтому мне бы хотелось пожелать вам, чтобы в новом году не случилось ничего такого, чтобы нарушило эти планы, потому что, я уверен, каждый из вас связывает с новым наступающим годом большое количество надежд. И значит, если все будет хорошо, то они сбудутся. С Новым годом! Так как родители за детей не отвечают, а дети не отвечают за родителей, то все, что здесь сказал Александр Оленков-младший, я за это не отвечаю. Это я вам сразу скажу. Так же, как он не отвечает за мои слова. Я всех хочу поздравить с Новым годом и желаю, чтобы наше извечное заблуждение, что дети будут лучше родителей, в этом году точно подтвердилось. Во всяком случае, у меня это уже произошло. Он точно лучше меня. Ну, вы сами все видите. Вот такой маленький час пик для моего сына Сашки. Вообще у меня четверо детей. И в новом году я желаю всем родителям больше быть с детьми. И больше уделять им внимание, дарить им свое, пускай очень занятое и трудное, но такое дорогое для них время. От этого, ей-богу, все будут получать больше радости. С Новым годом! Ну, конечно же, это было нетрудно догадаться, что мальчик, который вам загадывал загадку, зовут Митя Крылов.
А передача, которую ведет его папа, называется «Одна из них телескоп, другая непутевые заметки». Что же касается поздравлений с Новым годом, то, вы знаете, я хочу сказать, это огромное счастье, когда ты можешь обратиться ко многим-многим людям и сказать им какие-то очень важные и добрые слова. Вот что бы ты пожелал нашим телезрителям, Митяш? Я желаю, чтобы эта новогодняя ночь была в каждом доме тепло и уютно. Ну, прекрасно ведь сказал. Что тут еще пожелать? А победители этого несложного конкурса мы объявим и наградим ценными призами в следующей нашей передаче. Может быть, тогда мы и продолжим эту игру. А сейчас продолжаем светские игры. Самый известный крупье и телевизионный мэтр угодил в разряд самых бесцеремонных телеведущих. Московский комсомолец опубликовал разгневанное письмо рабочих Новосибирска. Цитирую. «Ведущий хамски ведет себя. Он произносит «Здравствуйте, господа», обращаясь к игрокам, но ни слова к зрителям. Московский комсомолец и пролетариат Новосибирска вынесли свой приговор. Мы же даем слово обвиняемому». Я обращаюсь к этим, надеюсь, рабочим. Скажу, что следующая передача лично для них. Я начну следующую программу таким обращением. Господа телезрители и товарищи знатоки. Хотя от себя хочу заметить, что хороший человек, он и господин хороший, и товарищ хороший. Правда? Конечно же, правда, Владимир Яковлевич. Наш нью-йоркский корреспондент неожиданно встретился в баре аэропорта имени Кеннеди с нашим соотечественником, ведущим программы «Времечко» Игорем Воеводиным. В прошлом выпуске «Телескопа» мы рассказали о неожиданном повороте его карьеры в связи с приглашением в Голливуд на роль Распутина, Григория Ефимовича. Ох ты мой, привет, ребята, какими судьбами. Ну что, девушка, girl, please, будете водочки, чего? Честно говоря, я думал, что привыкать будет сложнее. Я боялся сложностей с языком, я никогда в жизни не знал английского. Но вот отсняты уже первые три серии, никаких сложностей нет. Дело в том, что пароли мне приходится говорить только такие вещи, как «Come on, baby, come on, I love you, I want you» и не более. А вообще, конечно, хочется домой. Ностальгии ничего не поделаешь. Месяц всего здесь, а уже достало, честно говоря. С утра встанешь, выпить не с кем. А сейчас небольшое объявление. Программа «Телескоп» ищет спонсора. Щедрого, с незапятнанной репутацией, без вредных привычек, то есть навязывать свои темы и сюжеты. Так что звоните. Наш телефон в конце передачи. Лес стоит, никому не нужен. Храм стоит, никому не нужен. Я стою, никому не нужен. Что же делать? Стоять на своем. Если у вас бывает ощущение, что вы никому не нужны, но вы это чувствуете, что это совершенно не так, стойте на своем. И тогда, я думаю, у вас все обязательно получится. С Новым годом, друзья! После такого философского поздравления Кира мне ничего не остается, как говорить о телевидении в масштабах страны. И мне кажется, что после инфляции телевидение в России имеет максимальное воздействие на общество. Если вы заметили, Первый канал стал немножко другим. Мы надеемся лучше. И если он становится лучше, то, может быть, что-то изменится к лучшему и в обществе. Мы обещаем вам, что в будущем году телевидение станет еще более интересным, парадоксальным и ярким. И мы приглашаем всех сегодня ночью на Первый канал. Мы хотим, чтобы вы пели вместе с нами, и пусть все будет хорошо. С Новым годом! По количеству золотых колонн в кадре, я думаю, вы догадались, мы с вами подошли к рубрике «Золотая клюква». Напомню вам, что «Золотая клюква» — это конкурс. Конкурс на самый сомнительный в смысле вкуса. Сюжет, который прошел у нас на телеэкране. А победителя этого конкурса вы узнаете в новом году. Прошли выборы, и как-то пусто стало на нашем экране. В последний день уходящего года не грех вспомнить наших телеэкранных звезд, которые извращались как могли, хотя были среди них образцы просто удивительные. Фракция «Яблоко» подготовила исключительно по своему разноплановому воздействию ролики. Первый – про Ваню Маню, не путать с рыбкинскими коровами. По всей видимости, должен был привлечь молодежь и сельских жителей, употребляющих в пищу исключительно яблоки. Второй – вдарил по мозгам российской интеллигенции. Третий, по идее, можно показывать власть придержащим место вечерней сказки. Правительство наверняка лишилось бы сна. Ух, страсти какие! Бескусицы вступили в ожесточенную борьбу ЛДПР и партия любителей пива.
Конечно, мы понимаем, что горькие пьяницы господину Жириновскому не конкуренты, но на телеэкране обе партии выглядели в равной степени достойно. Когда партия любителей пива обнажала жуткой реалистичностью жизнь российского фермера на селе, лидер либеральных демократов разъяснял тружникам базара, почему на Руси жить плохо. Пиволюбцы решили привлечь в свои ряды армию, ЛДПР вдарил с правого фланга по молодежи. Наконец, партия любителей пива выставила свой финальный аргумент, но в Думу все-таки не прошла. А вот наслаждаться видами ЛДПР нам предстоит еще долгие годы. Но вот будем ли мы развлекаться, господа? Михаил Шафутинский вступил в борьбу за звание ведущего бабника России. Сначала его интересовали исключительно Марины. Потом симпатии певца перекинулись на более широкие слои женского населения. И он воспел всех женщин, которых когда-либо любил. Но этим неугомонный Шафутинский не ограничился. Теперь его интересуют все женщины на свете. И ничего с собой бедный артист поделать не может. Знойная Африка, жарит солнце, кругом пески, по которым вереницами ходят слоны. Небольшая неувязочка. Пожалуй, рекламу производителям стоит иногда заглядывать в справочники, ну или в крайнем случае посмотреть программу «В мире животных». Очень увлекательное и полезное занятие. Слоны в пустыне не живут. Но мы еще раз предупреждаем. Курение, ну, очень опасно для вашего здоровья. Помните, как ровно 3 года тому назад, в новогоднюю ночь, мы показали вам клип Игоря Угольникова и Константина Эрнста с песней «Улыбка» в исполнении звезд Первого канала. Тогда мы были все вместе, полны радужных планов. Какое-то было замечательное время. Теперь мы все работаем на разных каналах. Ну, так получилось. Конечно же, за эти годы мы стали другими, но, надеюсь, что не чужими для вас. И поэтому и сегодня мы также дарим вам свои улыбки. Сегодня этой песенкой мы завершаем наш новогодний выпуск. Если вы нахмурясь, выйдете из дома. Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как свои знакомые. С вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше. Лучше всяких слов порой взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, помните, как много есть людей хороших. Их у нас гораздо больше. Вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Сомненья вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Это Первый канал. Ну вот и подошло время прощаться. Всю нашу передачу вас поздравляли мои коллеги, желали вам всего самого лучшего. Вот и мне, и моему другу Склифосовскому тоже вам хочется кое-что пожелать. Но, может быть, не всем, а только тем, кто в силу драматичных или смешных обстоятельств, ну, в общем, так получилось, в сегодняшнюю новогоднюю ночь окажется один. Один на один с телеэкраном. Я знаю, так бывает. И у меня так случалось. И поэтому мне хочется вам пожелать, чтобы вы не чувствовали себя одиноким. Помните, когда вас поздравлял мой Митька,
Я вам сказал, что ведь на самом-то деле это действительно огромное счастье обратиться к миллионам людей со словами любви. И я совсем не лукавил. Поверьте, мы появляемся на экране не только ради удовлетворения своих человеческих амбиций или какого-то творческого тщеславия, но в первую очередь ради того, чтобы хоть как-то скрасить вашу жизнь, чем-то развлечь вас, чем-то увлечь. Верно, Склифосовский? И вот когда нам это хоть в чем-то удается, вот это и есть самое настоящее счастье. И поэтому помните, сегодня и всегда мы с вами, и мы вас очень любим. Мы ведь друг другу нужны, верно? Наступающий год – это год моего друга. По-моему, это будет трудный год. Он ведь кажется высокосный. Но мы все с вами преодолеем. И еще увидим небо в алмазах. Так что до встречи в новом году. Пока. Ну что, Склифосовский, с наступающим Новым годом, да? Ура!